Всем привет, с вами Робот Инкинг, и сегодня подведем итоги Blade Bowl, потому что игра умирает. Сегодня я расскажу несколько причин, почему игра начала умирать, и почему это началось уже месяц назад. Все началось с донат. Да, донат не влияет в игру. Не влияет? Я это сказал? Влияет, еще как. Вы посмотрите, как много крутых способностей добавляли разработчики, лишь бы люди донатили. Они даже добавляют удачу, чтобы люди выбивали новые способности. Теперь смотри, тут ивент такой. Удачи, да? Каждый 20 круток гарантирован вот этот сундук. А раньше его вообще было невозможно выбить. Раньше этого не было гарантии, а сейчас они добавили, чтобы донатили. Люди донатят, реально донатят. Смотри, сколько донатят. То есть у нас каждый день вот по... Где-то миллион робоксов, потому что, ну, смотри, сколько тут много людей, они потратили под 15, 10 тысяч, 20, 100 тысяч вообще больные. Еще это не из-за доната, да, ну донат, да-да-да, донат. О, началось все. Фантом, первая донатная способность. Нет, даже в Инфинити первая донатная способность. Уже когда фантом добавили, добавили возможность выбить бесплатный Инфинити. А потом пошло. Все, пошел донат. Этот не влияет. Я вам отвечаю, если его не прокачать на второй уровень, он точно не влияет на игру. Да, вот прям видно, красный мячик просто от способности. Не влияет донат, ага. Еще как влияет. Death Slash. Ну, тоже хорошая способность, но ее можно контрить. Titan Blade, ну это вообще фигня. Она была донатной. Все. Да. А еще одна причина, почему игра умирает. Это баги. К примеру, у нас есть клан. Сколько раз его удаляли? 3 раза. А добавляли его в обновлении. А в чем смысл от него? А у него 0 смысла. Потому что способности невозможно фармить. Чтобы их получить, надо вот столько прям играть. Да тут даже если у тебя будет весь клан из 50 людей, вы через месяц даже не успеете накопить. Вы видели хотя бы одного человека, у которого есть вот эти способности? Нет. Потому что они есть только вот всяких крутках, которые тут появляются. И то на время. О, боже. Еще у меня тут клан, конечно, сдох. У меня тут только один... А, ну еще один челик тут не заходил. Все, один Сникерс остался. Сникерс, ты скоро тоже умрешь, потому что игра никому не интересна. И третья причина. Скучные обновы. Вы хотя бы раз заходили, долго играли. Я помню, я последний раз заходил, играл, когда было обновление с режимом доджебол вроде. И то есть после него уже все сгибается. И вот это бесполезный режим. Кто в него будет играть? Что там интересно? Не знаю, нам еще качать их долго, чтобы сыграть за эти способности. Да, награда, меч. Круто, меч. С эффектами? Да, с эффектами. А как его надо долго фармить? Да, очень долго. А какой у нас был хороший бесплатный меч? А, да, у нас же есть сейчас бесплатный меч. Он где-то вот... Где он реально? Где? Где он? У нас был, короче, бесплатный меч за приглашение. А где он находится? Вроде здесь. А, даже его удалили! Вау! Молодцы, разработчики! Этот меч даже был без эффектов. У него только моделька была. Ничего у него не было. Помните последний меч, который был нормально бесплатный? Бесплатный. Самый лучший, последний и бесплатный меч был. Это перчатки. Вот они. Все, у них... Есть эффект, у них есть крутой звук, у них есть крутое обвивание. Все. Даже и анимация есть. Это было бесплатно. А сейчас какие мечи? Я даже помню, играл в этот ивентик. Тут был ивентик с способностью, которую никто не выбил, конечно же, с круток, потому что там нереальный шанс. Они его вернули, да. А какой там меч был за вторую фазу? Сейчас найду. А, вот он. Смотри, какой красивый. Такие эффекты у него. Да, вот такие эффекты. А у него есть анимация? А у него есть звуки? А у него есть эффект? Нет. Просто катана с партиклами. Партикла — это если что, вот эти эффекты, которые у всех мечей. Все. Вот эти все эффекты, вот эти вот огни и так далее. Это партиклы, если что. Бесплатно? Все, бесплатно ничего нет. У меня даже есть, наверное, вот этот меч какой-то вот. Вот это что? У него есть эффект, он бесплатный, кстати. Вот это вот единственный нормальный меч, который вот сейчас был бесплатный, и то его хрен получишь. Это тоже, кстати, бесплатный меч. А знаете, где он добывается? Вот здесь. А он даже не бесплатный почти что.
А, тут, кстати, награды даже поменяли. Бесполезно. У него нет эффекта, он просто модельку имеет. И то он даже как-то криво поставлен. Смотри, у меня даже в ногу задевается. А раньше такого не было. Давай посмотрим на любой меч. Вот этот меч, он будет задеваться? Ну, задевается. А вот раньше не задевались. Даже мой вот гобл что-то. А, ну он задевается. Но меч же вот тут. Все по жопе. Все по жопе пошло. У меня, кстати, вот этот меч есть за 11 тысяч робуксов. А я им пользуюсь? Нет. Им главное добавлять донат в каждую обнову. В каждую обнову. Да. Где еще есть донат? Мне просто интересно. Недавно они делали скидки на геймпасы. Эти бесполезные геймпасы никому не нужны. За них давали еще 1000 монет, если ты купишь все. Это было давно, да. Но это считался донат, можно сказать. Еще мечи. Каждую обнову добавляют. Они даже меньше мечей начали добавлять. Раньше было по 4 пака разных видов. На любой вкус. Сейчас у нас будет каждую обнову только по одному мечу. Почему по одному? Ну, потому что у нас один меч и просто двойные. Еще вот такие паки. Ну, там взрыв. И этот взрыв даже не со звуком. Просто молнии и все. Есть еще, да, и вот эти эмоции крутые. Кто этот меч, кстати, купил, мне интересно. Это же даже не уникально. У него даже никаких эффектов нет. А, нет, есть. Но у него эмоций нет, как тут. Но он дороже. Но этот уникальнее. Поэтому люди будут покупать это. И это работает. Ох, как же много всего. Если я что-то еще не написал здесь, не рассказал, напишите в комментах. Потому что тут реально много недостатков. Всяких багов. Мне просто даже интересно, вот что. Вот, кстати, вот это что за баги? Это не баги, это недоработки. Но такого не должно быть. Вот это тоже баги всякие. Не картинки и так далее. Вот у меня еще вот Infinity 620 раундов. Я уже не играю в игру. Мне уже это все надоело, в принципе. Это правда.